Здравствуйте, вы смотрите программу «Реальные кадры». Сегодня мы находимся на фестивале «Сыра Одинцово», где прямо сейчас на ваших глазах вместе с Сергеем мы приготовим самый настоящий сыр. Сергей, с чего началась ваша история? Почему вы решили заниматься сыром? Почему вас увлекло это дело? Ну, вообще-то говоря, еще с детства я помню, что такое у бабушки коза, помню вкус вот этого козьего молока. Ну, я человек творческий, люблю как бы... У меня собственный дом в деревне, значит, пол гектара, то есть 50 соток земли. Значит, ну и постепенно, вот когда вот особенно начались санкции, пропали, значит, всякие интересные сыры, значит, я и несколько моих друзей поняли, что это как раз время, когда можно вот этим попробовать заняться. Ну, дальше мы начали заниматься сначала обычными сырами, ну, свежими. То есть те, что используются в пекарнях, это осетинские, адыгейские, сулугуни и так далее. Ну, постепенно вот мы пришли уже к полутвердым сырам. Значит, ну, естественно, король как бы интересных таких сыров – это пармезан, значит, грюер. Вот, ну вот так дальше как-то оно пошло. Сергей, ну то есть вы считаете, что российские сыроварни, ну в общем-то, ничем уже не уступают своим аналогам Италии, Испании, Франции и могут даже составить где-то им хорошую конкуренцию? Да, уже могут составить хорошую конкуренцию, особенно вот плесневые сыры. То есть есть несколько интересных сыроваров, которые даже французское посольство признают, что это уровень их. И на приеме в французском посольстве они что-то представляли. Сегодня просто, конечно, очень здесь красиво, шумно, огромное количество сыров. А у нас практически пустой стол, потому что прямо сейчас вместе с нашими телезрителями мы будем что делать? Мы будем делать самый простой сыр, который в разных народностях называется. Где-то фета, где-то он называется чинап. Где-то он называется осетинский, значит, ну а так по-простому мы называем его домашний сыр. Значит, это сыр свежий, то есть недолгого хранения, значит, но вообще он считает, что он как бы самый такой наиболее полезный, потому что он долго не лежал, витамины особенно не пропали. Самый такой свежий, собственно, То есть, в принципе, рассвет. Этот сыр любой телезритель, любой человек может приготовить дома? Ну, конечно, но при наличии как бы определенных навыков, естественно, потренировавшись, с первого раза, может быть, не идеально получится, но тем не менее. Вот все-таки в чем успех сыра? Что должно быть идеально? Ну, начать можно с молока, чтобы оно было сыропригодное, и там не было всяких примесей, то есть корову не надо кормить там каких-нибудь там плохим силосом. Значит, там не должно быть антибиотиков и так далее и тому подобное. Оно не должно быть кислым. Сразу после дойки молоко тоже нельзя пускать, потому что у вас густок будет очень плохой. То есть оно должно несколько часов там вылежать, в зависимости от температуры. Ну, то есть мы берем молоко. Берем молоко. Желательно свежее. Ну, прям не из магазина купленное. Из магазина вообще не получится. Дело в том, что по СНИПу пастеризация идет где-то при 90 или 80 чем-то градусов. А при молоко, прошедшее такую термообработку, оно не дает вам сгустка. Или сгусток будет очень плохой. То есть нормальный сыр не получится. Ну что, давайте приступим. Нам нужна большая кастрюля. Да. Что еще нам необходимо для того, чтобы сварить сыр? Нам необходимо, значит, молоко. Свежее, правильное молоко. Свежее коровье, то, что называется сырое, то, которое подлежит кипячению. Ну, естественно, вот это молоко, оно уже прошло пастеризацию, но щадящую. То есть где-то при 62-64 градусах. Но все-таки вы его должны были привезти к нам в Одинцово, правильно, конечно, из Владимирской области, конечно. Поэтому пришлось его готовить немножечко. Конечно, да. Значит, еще нам потребуется, значит, фермент. Традиционно, вообще с древности, использовали в качестве фермента кусочки желудка теленка. Вот, то есть именно вот это, наличие вот этого фермента, оно позволяло нам из молока сделать сгусток. По старинной легенде считается так, что какая-то пастушка, значит, один раз пошла в поле и налила почему-то не в кувшин молоко, значит, а налила его в желудок. И она не знала, что свойство желудка такое, что молоко образует сгусток. И она была очень удивлена, когда она пришла в поле. Значит, естественно, какое-то время молоко было на солнышке, оно болталось, тряслось там и так далее. И она обнаружила, что там, значит, такая зеленоватая жидкость и отдельно, значит, в углу белая такая масса.
Ну, считается, что вроде бы в этот момент сколько тысяч... Это было то самое открытие, да? Да, да, да. Ну, случайное открытие, да. Значит, сейчас, конечно, используется много разных ферментов. Есть даже ферменты викторианские. Например, их используют в монастырях, к примеру. Вот. А так вообще многие используют тот же самый желудочный фермент. Я так понимаю, что этот процесс все-таки длительный по времени. Сыр появится не сразу. Не сразу. Сколько мы взяли молока? Ну, молока мы взяли столько, исходя из объема кастрюли. Значит, вот это в воде 5 литров, и там еще 3. То есть 8 литров? 8 литров, вот, да. Из 8 литров молока сколько сыра должно получиться на выходе? Если свежий сыр, то выход порядка 15%. То есть, по идее, где-то чуть-чуть больше килограмма. Ну, как бы так вот молоко... А более точно здесь не скажешь. Дело в том, что содержание белка в каждом молоке, оно немножко разное. А насколько плотный получится сгусток и сколько мы в результате получим сыра, определяет как раз количество белка. Да. Угу. Итак, 8 литров молока. Значит, сейчас мы посмотрим, какая у нас температура. Молока. Вот для этого нужен градусник. Да. Ну, градусник у нас изначально, конечно, показывал комнатную температуру, которая сейчас падает. Сейчас уже 15. По своим ощущениям, я думаю, что градусов 10 сейчас там. Мы должны поставить на обогрев и получить 37 градусов. Значит, после того, как молоко дойдет до 37 градусов, мы вносим фермент. Значит, после этого ждем полчаса. И выключаем при этом плитку или продолжаем? Плитку снижаем обязательно. То есть все, мы его снимаем сразу же с плиты, да, и ставим на полчаса после того, как температура молока достигла 37 градусов. Да. Все правильно? Да. Сергей, а какой ваш самый любимый сыр? И вообще сыр вашей семьи? Ну, я люблю твердые сыры, могу сразу сказать. То есть это вот что-то типа пармезана, грюйера, вот такого плана. Почему, вот как вы считаете, как сыродел, почему вот именно твердые сыры так ценятся во всем мире? Ну, дело в том, что у нас в России, вообще-то говоря, до определенного момента вообще твердых сыров не было. Хотя, ну, скажем так, до перестроечного времени, значит, было три сыра. Это алтайский, швейцарский, третий уже не помню. Значит, которое можно было отнести к твердым. К сожалению, то, что сейчас под этим видом продается в Ашане, под этим же названием, уже, к сожалению, твердым не назовешь. Но здесь еще есть большой нюанс. Как правило, то, что мы видим в магазинах, значит, если вот касается вот таких вот полутвердых и твердых сыров, ценой, скажем, где-то ниже 700 рублей, я думаю, что это не сыр. А что это? И вообще, вот вы как профессионал, вот ваш совет, как правильно выбрать сыр в магазине, где его стоит покупать, где его не стоит приобретать, на что покупатель должен обращать внимание, что должно смутить покупателя при выборе того или иного сыра? Во-первых, цена. Есть один очень простой и понятный критерий. К примеру, молоко, из которого можно сделать свежие сыры, то есть, ну, к примеру, адыгейские, осетинские, брынза, сулугуни, на данный момент стоит порядка... Ну, нормального качества, где-то рублей 40, но, может, чуть-чуть меньше, 37-38. Выход, ну, то есть, сколько мы получаем, 10 литров. Ну, то есть, мы, получается, да, вот, ну, даже условно, мы берем 8 литров молока, умножаем их на 40, получается, уже вот здесь в кастрюле находится 320 рублей. Примерно ну, так. Ну, вот только вот примерно себестоимость. Ну, это для телезрителей, чтобы они вот примерно ориентировались, какова должна быть цена сыра. Причем туда ведь закладываются еще транспортные расходы, электричество, работа безусловно. Хранение. То есть все прям очень-очень много. Итак. И вот если у нас сыр, ну, к примеру, если молоко стоит рублей 40, то, например, адыгейский сыр, и считай даже проценты выхода, ну, проценту 15, значит, это означает, что затратив, скажем, 400 рублей, значит, мы получим, ну, приблизительно с 10 литров порядка полутора килограмм. Всего лишь? Да. Всего лишь? Всего лишь. Но, посчитав, мы можем прикинуть, что у нас получается, что только себестоимость по молоку за 1 килограмм 270 рублей. Ну, 270 рублей при выходе продукта 15%. На твердых сырах будет меньше, там процентов 10 будет. Поэтому получается, что если мы приходим в магазин и видим там, например, адыгейский сыр 300 рублей за килограмм. Нас сразу должно что-то смутить. Да. То есть так быть не может. Не может быть. Нормальная цена адыгейского, я считаю, на данный момент рублей 500-600. Это минимум.
Зависит сильно от молока, зависит сильно от сезона, потому что летом, естественно, корова ест траву, трава дешевле, она как бы бесплатная. Вот, и, естественно, молока много, цена молока понижается. Зимой, естественно, корову кормят то сеном, то силосом, то овощами. Вот, и цена молока, естественно, больше. Ну, в принципе, я думаю, тем, кто очень любит сыры и любит свою семью и следит за тем, чем он их кормит и ставит на стол, то, наверное, стоит проехаться по сыроварням, которых сейчас достаточно много и в Подмосковье, и не только в Подмосковье, да, может быть, изучить процесс и заказывать там сыры уже настоящие, действительно проверенные, ну, с качеством. Да. Или вот приходить на такие вот фестивали, ярмарки сырные и так далее. Вот в Сергиев Посаде была в начале июня тоже ярмарка. Вот насколько для вас, как производителя сыровара, вот нужны, важны такие мероприятия? Вот насколько они для вас интересны и что вы черпаете от этих фестивалей? Интересного слова с двух точек зрения. Это как канал продаж какого-то количества сыра, ну и как канал привлечения каких-то оптовых клиентов в виде небольших магазинов, секций, ресторанов каких-то. То есть на нас тоже выходят люди, предлагают поставлять какие-то партии. А вот все-таки с кем вы чаще всего работаете? Это рестораны или это сети каких-то магазинов? Или просто мы работаем с пекарнями. С пекарнями. Да, то есть тот сыр, который мы поставляем в пекарни, это Дельгейский, Сетинский, там Брынза, Сулугуни, мы практически сюда не выносим, потому что это свежие сыры, долгому хранению не подлежат. Итак, сейчас уже 16,7. Уже 16,7, ну, в общем, практически половина температуры пройденного температурного режима. Да. Осталась еще половинка, и мы добавляем фермент, как мы говорили. Еще есть немаловажный нюанс. Если люди захотят делать сыр дома, значит, так как вот мы сейчас делаем, это не совсем правильно, хотя это старинная технология, то есть прямой нагрев, вообще полагается греть в водяной бане. То есть вы представляете, один сосуд, одна кастрюля, потом, значит, слой воды, значит, и в него вставляет второй сосуд. То есть типичная сыроварня, по сыроварне я имею в виду не предприятие, а, так сказать, домашний агрегат, да. Да, для приготовления, она выглядит таким образом. То есть внутри у нас еще одна как бы емкость, то есть у нас прямой нагрев нагревает воду, значит, вода нагревает молоко, за счет этого оно не подгорает, даже если я его не мешаю. Значит, и потом, собственно говоря, вот таким образом все происходит. Ну, получается, все-таки вы советуете вот тем, кто сегодня заинтересуется сыроварением, лучше всего приобрести специальное, ну, вот оборудование, эту кастрюлю и, я в общем-то, думаю, для делать для можно... дома, спокойно себе делать сыр. Я думаю, для начала можно просто попробовать в водяной бане, чтобы человек понял, его это не ли его, интересно ему это или нет, и самое главное, какой у него получается сыр. Температуру, которая нам нужна была, мы ее достигли. Достигли, да. Так, 37 градусов мы теперь взяли. Мы теперь взяли 50 миллилитров воды. Значит, взяли фермент. 2 миллилитра. 2 миллилитра на 8 литров. И просто я добавляю. И просто добавляем воду, да. Это нужно перемешивать? Достаточно просто вот так. Вот так взболтать немножечко, да? И как мы добавляем? Давайте, значит, я подержу. Мы добавляем, просто наливаем. Берем шумовку в другую руку. И вот начинаем вот помешивать. Нет, все. Просто. Это уже достаточно. И все. Все. И мы, я напоминаю телезрителям, оставляем на 30 минут. Примерно отдыхать. 30 минут. Да. Все. Засекаем время. Так, засекаем время. Время пошло. Сейчас практически 2 часа. И, в общем, через полтретьего, до полтретьего мы достаем наш сыр. Ну, там еще будет процесс какой-то предварительный. Обязательно получится. Покажем. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Увидите, какой сыр у нас с Сергеем получился. Сергей, прошло ровно 30 минут, как вы говорили. Давайте откроем крышку и посмотрим, что у нас получилось. И получился ли у нас сыр, как мы и обещали. Значит, сначала мы ножом смотрим, что он у нас загустел. Вышло. Да, он загустел. И видите, там немножко образовалась такая сыворотка. Да. Если немножко подольше подержать, она уже стоит не желтая, а уже зеленоватая. Ну, в принципе, для такого простого свежего сыра достаточно. Значит, сейчас мы обычно используем специальный инструмент, который называется лира. Это вот такая вот рамка, значит, с расстоянием где-то 2 или 1,5 сантиметра между струнами. Ну, у нас сейчас ее нету. Это у нас есть достаточно нож. Маленькая, есть нож. Поэтому делаем очень просто. Значит,
где-то примерно с интервалом 2 сантиметра. Мы режем примерно 2 сантиметра с интервалом 2 сантиметра и режем наш сыр будущий. То есть мы сначала режем поперек, а потом вдоль, да? Или нет? Это не все. Это еще не все. Значит, естественно, мы сначала режем поперек, потом режем вдоль. Уже видите, вот сыворотка там уже видна. Да. Но вот и это... он отделяется. Да. Но вот то, что сейчас у нас получаются фактически столбики, вы же понимаете, да, квадратного сечения. А нам нужны кубики, потому что когда мы будем мешать, нам нужно, чтобы сыворотка отделялась. Поэтому есть одна такая хитрость, мы начинаем вот так его резать. То есть от края кастрюли, острым концом ножа мы... Прям до дна кастрюли, да? Да, конечно. И так по всем четырем сторонам. И в результате у нас получается... А можно я попробую? Пожалуйста. Спасибо. Правильно? Нет? Да. Дальше? Дальше. Теперь можно зайти с этой стороны или с той. Ой. Можно повернуть, да. Так? Да. Ой-ой-ой. Он такой мягкий. Ну, это свежий сыр. Ну, это еще даже не сыр, это сейчас сыр с сывороткой. Это пока сыр с сывороткой. И четвертая сторона еще у нас вот так еще отрез. Отсюда, да? Да. А нож должен быть острый? Не обязательно, здесь разрезается очень просто. Теперь берем какую-то мешалку или вот шумовку, например. Начинаем мешать, смотрим, что у нас получилось. Значит, у нас получаются такие кусочки. Ну, что-то кусочки. Похожее, да, на кусочки. Значит, чем быстрее мы мешаем, тем они становятся явнее. Явнее и меньше. Да. Вот, и вот так нужно мешать примерно минут 10. Значит, цель этого мешания, чтобы сыворотка у нас отделилась отдельно, а сыр был отдельно. То есть вот засекаем время, мешаем время порядка пошло. 10 минут. Да. Значит, на каждый вид сыра разные вот эти вот должны быть то, что мы называем сырным зерном. Например, если нужен твердый сыр, вот типа пармезана или грюйера, или еще что-то такое, то у нас вот эти вот кусочки, они должны быть буквально с рисинку. Вот, а на вот таких вот сырах свежих, как вот брынза, фета. То есть там могут быть большие кусочки. Да, да. Поэтому мы резали с интервалом порядка 2 сантиметра. Чем дольше мы мешаем, тем у нас меньше становится вот это зерно. И сыворотка отделяется. Если мы сейчас прекратим мешать, то у нас вот еще осталось 3 минуты. Значит, то у нас вся сыворотка будет вверху, а зерно сверное сядет вниз. А давайте еще раз мы напомним нашим телезрителям, как мы начинали готовить наш сыр. На данную кастрюлю мы взяли 8 литров молока. Да. Значит, мы его нагрели в данном случае до 37 градусов. Значит, сняли с огня. Да, сняли с огня, чтобы он дальше у нас не грелся. Потом растворили... В 50 миллилитрах воды, да, 2 миллилитра фермента. Да. Значит, естественно, его размешав в воде. Потом мы внесли его, влили, то есть... в наше молоко, хорошенько размешали, накрыли крышкой. И оставили на 30 минут. На 30-35 минут. Открыли крышку. Ну, в общем-то, нарезали сыр практически. Да. Практически. Мы использовали для этого нож. Да. И сейчас 10 минут мы его мешаем. Да. Уже остается времени меньше. Ну, минута практически. Минута остается. Минута осталась до того, как мы достанем наш сыр. Ну, сейчас мы подождем еще 2-3 минуты, чтобы у нас сырное зерно осело, значит, а сыворотка осталась сверху. Ну, сейчас смотрите, вот она оседает. Вот все происходит прямо на глазах. Да, прямо на глазах. Ну, пока получается много сыра. А он, вот как раз он будет стекать, его еще можно перевернуть, при этом его размер уменьшится, ну, примерно раза два. То есть можно, ну, сильно не радоваться, все-таки сыра получится меньше. Меньше, конечно. Но если есть большое желание, уже вот это вот можно попробовать. Ну, если честно, мне очень хочется попробовать сыр. Вот берете нож, отрезаете кусочек на кончике ножа, пожалуйста. Ну, не сразу. Спустя месяца 5-6. Да, ему надо вызреть, я так понимаю. Да.
Там немножко есть второе еще нагревание, есть прессование. Но идея такая же. То есть нагревается, вносится фермент. Он без соли. Он без соли, он очень вкусный и очень мягкий. Конечно. Вот такой вот свежий сыр, он считается самый полезный. То есть в нем максимальное количество полезных веществ. В нем нет ничего, кроме молока и буквально 2 мл фермента. Но фермент, он даже не входит в сыр, он остается... Он остается в сыворотке. Да, как любой фермент, это действующее вещество, но оно не входит в состав. Оно нам просто сделало сгусток. Ну, надо сказать, что это еще не готовый сыр. То есть он должен немного отстояться? Да, немножко спрессоваться, немножко с него течет сыворотка. Ну, это час-два вот так может занять. Так что, если вы в домашних условиях решили сварить собственный сыр, запаситесь терпением, купите настоящее натуральное молоко, и у вас все получится. Получится. И можно радовать своих близких, да. Родных. Спасибо вам огромное, Сергей. Приятного всем аппетита и до встречи на телеканале ОТВ. Пока.